Гантели, штанги, перекладина, скамья скота и скамья для жима лежа. В новом тренажерном зале спортивный инвентарь в изобилии. И студенты аграрно-технологического колледжа теперь проводят здесь буквально все свое свободное время. Сейчас трудно представить, что несколько месяцев назад тут не то, что тренажеров не было, а само помещение находилось в непрезентабельном виде. Но именно это и сподвигло Ваиса Аблемитова, Мурада Таипова и Ислама Бадракова поехать на молодежный форум «Машук-2017», защищать проект по модернизации тренажерного зала. Получая опыт с лекции, как бы все больше и больше улучшали свой проект для того, чтобы как бы не оставалось шанса для проигрыша. Вот. К концу уже форума защитили свой проект успешно. Там и выиграли мы грант на 300 тысяч. Команда данного проекта, руководитель данного проекта на этапе подготовки очень ответственно подошли. И, соответственно, мы будем результат, который следует охарактеризовать как успешный. В итоге ребята вошли на Машуке в топ-10 лучших проектов и стали грантообладателями в номинации «Проекты студенческих объединений». Грант в размере 300 тысяч рублей стал хорошим подспорьем в реализации проекта. Но и руководство колледжа внесло свою лепту, предоставило дополнительную материальную поддержку и помещение под зал, в котором был проведен капитальный ремонт. В соответствии с этим мы подготовили со своей стороны помещение, мы отремонтировали полностью этот зал, подготовили, оформили все вот в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к тренажерным залам. Для студентов колледжа открытие тренажерного зала – поистине долгожданное событие. Теперь они в любое время могут прийти сюда и поработать над улучшением своей физической формы. Или готовиться к соревнованиям, которые, к слову, планируются здесь в самое ближайшее время. Юлия Житная, Роман Баюра, Архыз, 24.